Пока что слухи такие, что, блин, отступаем, вроде бы как, блин, может быть, даже скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Ну, без потерь, все в порядке там. Ага, ну да, в порядке, блин. Потери есть, раненых много. Я больше переживала, потому что тут слухи разные ходили. Ну, Не слухи, знала, блин, что думать. слухам вообще верить не вариант. Это по чьей-то ошибке? Да тут вся армия у нас, блин, тупая, дебилы просто. Вот тут, вот хрен его знает, ну тут дебилы, вообще дауны. Ну вообще мы тут нахер не нужны, вообще, блин. Ну непонятно, для чего мы здесь, блин, находимся, блин. Мы тут не можем выполнять задачи, блин, против такого противника, как против нас. То, что ты тогда Потому что говорила, этот, что типа в Украине типа техника, типа там и украинских войск там туда-сюда, там по телеку то, что передают, блин, действительно так и есть. У них реально техника у них есть, блин. тебе никакой опасности не грозит сейчас. Вик, тут опасность каждую секунду грозит. Сидишь, блин, и хрена думаешь, сейчас прилетит на тебя какая-нибудь херня. В машинах живете? Ну, когда как? Когда я чувствую, что, блин, все слишком, блин, вокруг как-то напряженно, я в окопе сплю. Вырываю окопы, иду, ухожу в лес куда-нибудь. Подальше от всех. Серьезно тебе говорю. Все настолько жестко. Кушаете Жестко, как? Вик, не то слово тут жестко, блин, тут капец.